Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. Лера Кудрявцева отправилась в долгожданный отпуск. Телеведущая с мужем-хоккеистом Игорем Макаровым оказались в Дубае, они остановились в фешенебельном отеле и отдыхают по самому высокому разряду. На мяч смотри. Босс, размахнись прям. Расслабься чуть-чуть, ты напряжена. Границы прошла. Круто. Пятерочку. Запилила пятерочку-то. Лера поделилась роликом, как училась играть в гольф вместе с мужем. Гольфистка, блин, требую медаль. Это был потрясающий вечер, насмеялись, наигрались, написала Кудрявцева под роликом. А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить свежие новости. И помните, мы ценим чужое мнение. Thank you.